Главное управление МВД России по Самарской области информирует, что организаторы митинга, который планировали провести 2 апреля в областной столице, разрешения на его проведение не получили. Поэтому полиция настоятельно просит самарцев и гостей города воздержаться от участия в этом мероприятии. Самарская полиция и городские власти официально предупреждают, что мероприятие незаконно. Напоминаем, что ответственность за безопасность граждан в том числе возлагается законом и на организаторов публичного мероприятия, о чем они были официально предупреждены. Главное управление МВД России по Самарской области предпримет все необходимые меры для обеспечения правопорядка.